Здорово, здорово, ребят. Ну а чё, продолжаем мы проходить Dark Souls Remastered. Секундочку. О, вот так. Продолжаем мы проходить Dark Souls Remastered. В общем, я что, немного пофармил себе силу. Поднял ее до 50. Фармил вот здесь с помощью вот этих рыцарей, которые наверху тут стоят. Попробуем, короче, вот так вот побегать. Вдруг будет прикольней. Без щита. Смотрим, что из этого выйдет. Так, ну, в принципе, ты чё? Макс Ланг, привет. Здорово, Макс. Погнали вниз на лифт. Мне тут кто-то зареспаунился у меня на этой, как его, на локации, мне дали еще один эстус. Эстус, я тряпка. Сухой, как курага. Так, а что? Да я... Ну, Семен Семенович, нахер ты в лифт-то? Вверх поехал. Все, поехали вниз. По-моему, там внизу горгульи должны стоять. Не знаю, без щита еще не бился. Посмотрим, что с этого получится. Эксперименты, короче говоря. Че у нас тут? Че, даже никакого ништяка даже не завалялось? А вот жадины. Ну ладно. Вот она, горгулья, уже несется. Ты смотри какая. А че он не попал? Угу. Шустрый, кстати. Твою мать, ты смотри какая. Ну давай. Не попал? Странно. Так, давай хоть полечимся. Что-то она лупит и лупит. Короче, щит нужен. Не знаю, я сейчас отъеду. Понятно. Надо щит. Собрал я щит с этих здоровенных рыцарей. Давай мы его наденем. Я так понимаю, что это горгулья такая же, как была на крыше. Ща мы его контрапупим. Не бился никогда с таким. Короче, два меча, походу, хреновенькая затея. И чё? А где лифт? Ну, туда же падать не вариант. О, Пажа, кажись, едет. Всё, поехали вниз. Сначала душу надо вернуть. А всё-таки 12 косарей пригодится. Где души? А, ну нормально, они как раз в самом начале. Давай. Вот так вот. Че, уже не атакуется? Падла. Хватай. MR.toaster. Нет. Точка через щит пробивает. Блять, вот как? MR.toaster. Отлично. Здорово, тост. Я хотя бы душу собрал. Сейчас мы ее захерачим. Я не знаю, может быть, даже щит надо заменить. Типа щит, может быть, этот именно щит пробивается. А вот, допустим, щит черного рыцаря нет. Посмотрим. У нас была какая-то тактика, и мы ее придерживаем. У него какая-то метастаза, по-моему, возле сердца. На сиськи. Надо вырезать. Так. Давай еще раз.
Блять. Не-не-не, тороплюсь. Тороплюсь. Забираем душу. Сука. Бля, я не достаю ее. Она мне стамину охеренно сбивает еще. Блять. Ну половину я у нее снял. Наконец. Отъехала, падла. Шлем Гаргульи. Что это за шлем-то такой? 26. А, нет, подожди. Где он? Я, кстати, это такой шлем еще не выбивал. Пятнашку. Ну, по сравнению с другими шлемами, это как бы норм самый. Шлем элитного рыцаря, он больше весит. Чуть-чуть. Хер знает. О, вообще как дерьмо начинает прыгать. Давай тогда щит поменяем. Ну, вот как-то так. В принципе, мне тогда еще и казан мой красный можно напялить. По весу позволяет. И птава. И чё? А как туда добраться? Ну, прыжок веры. Ой, что написано? Получилось. А чё получилось? Как туда пойти? Мне чё, назад надо пердолить? Ну как-то же нужно туда попасть. Ситуация. Там, наверное, какие-то ништяки нужны, я не знаю. Может быть, ну тут мост, наверное, поднимается. Я пока не в курсе. Давай назад вернемся. Стой. Вот какие-то эти. Какие-то две лестницы. Угу. Если я, короче, треснусь сюда, то туда уже не поднимусь. Ой. А вот здесь, если я упаду. Ну да, у меня тут тоже вариантов немного. Ну давай. Давай, по идее, она должна быть сквозная. Ну да, слушай. А я ж хотел назад возвращаться. Сейчас мы, наверное, наоборот, будем вниз спускаться. Вообще не в курсе, что это за локация. Ну да чё, отлично. Здрасте. Демонический титанит. Мне бы мерцающего. Еще три штуки. Я бы тогда алебарду на 5 с плюсом заточил, и было бы все бенч. Это как бы максималка. Сила у меня тоже по максимуму прокачана. Так что следующие какие-то левелы, это можно уже либо в здоровье, либо в ловкость вливать, но поднимает это, конечно, не очень много. Ну, хоть что-то. Другие пока моменты я не вижу смысла прокачивать. Потому что это, блядь, ну... Как бы билд у меня такой. Да, слушай, мне дальше как-то просто не пройти. Получилось, говорят. А получилось что? Дошел до конца моста и типа разворачиваюсь. Причем локация-то коротенькая. Меня сюда эти горгульи сраные притащили. Подожди, а тут нет. Вот назад придется идти. Я не знаю. Не, может быть, конечно, тут такая тема, знаешь, как в Кастельвании на Денди, типа, надо там кинуть с обрыва куклу, чтобы, ну, допустим, какую-нибудь херню, чтобы мост поднялся, но что именно швырять-то?
Если вообще надо что-то швырять. Давай, ну, туда, наверное, сходим. Вот туда вот. Потому что там я вернусь тогда на предыдущую локацию. Там, где мы в Принца Персии играли. Это там. Так, и давай, наверное, для этих гавриков я нахрен разделась. Догола. Уж очень эти рыцари прикольные. Они медленные, но лупят хорошо. Вот с помощью них я и нафармил до хрена бабла себе. Опа. Две подачи, и они улетают. Это потому что оружие заебись. Агрим их с помощью стрелы. Ах ты, сука, ты рваная. Я не успел. Бам. Ебать его в рот. Блять, дай ты хоть допить-то. Котина. До свидания. Глотать будем экстаз. Пока, в принципе, не знаю, куда идти. Костер тут недалеко. Вот тут у нас какое-то свечение, я не знаю, желтого цвета. Ой, простите, я не один. Да. Вот тут какой-то то ли проход, то ли что-то такое желтого цвета. Желтым цветом горит какая-то хрень, короче. Я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Скорее всего, надо какой-то ковенанте в каком-то участвовать, чтобы сюда пройти. Осмотреть. Закрыто волей великого повелителя. Ну, блять, и ладно. Нихуй-то и хотелось. Ладно, тогда тупо двигаем назад. Сейчас мы фляжки восстановим. Будет пососная херня, если придется реально двигать, короче, прям через всю предыдущую локацию. Там просто полная жопа, особенно эти маятники. Вчера 3 часа на них просидел. Ну тогда что, я не знаю, по идее, по моим предположениям, вот этих 3 рыцарей надо замочить. Давай еще, наверное, стрелкой этой попиздим. Призрачная стена. Нет, это не призрачная стена, вы меня наебываете. Тебе удалось выжить, ведь впечатляет. Если тебе нужно восстановить силы, отдохни. В конце концов, именно для этого нужны костры. Спасибо, Кэп, очевидность, блядь. Да. Я все-таки думал, что локация будет продолжаться с помощью этого лифта. Там типа мост и все такое. Ну ладно. Пойдем туда. Можно вообще как бы хер забить на этих... гавриков не обращать внимания. Они тебя не трогают, пока ты к ним не полезешь. До свидания. Чуть-чуть задел, падла. А, побежали голым, короче. Одеваться, переодеваться тут. Если что, следующий лок оденемся. Он так хоть быстрее по маневреннее, мужчинка становится голожопой. Так. И чё?
Говори. И все, типа, полетели домой. Блять. Ну окей. Не, не слушай, они меня где-то в другом месте высаживают. А нет, нихера. Я здесь босса завалил. Крепость Сена. Ой, вы Сень, май Сень. А, давай тут вот долбанем, а то мне тут не дали ничего рассмотреть. Угу. Какая-то шляпа горит. О, не было. Не знаю, что это такое. Напялимся на всякий случай. Посмотреть круг света. А, и они сейчас меня унесут обратно. Это так работает. Ну, как с вороной, походу. Да. Понятно. Все, поехали домой. Короче, что, надо тут найти быстрый спуск, точнее ключ найти. Но чтобы этот ключик взять, надо вот реальный прыжок веры, блядь, совершить. Там довольно-таки с этим туговато. Надо полностью раздеться и скакануть через большой обрыв. Для начала надо сохраниться, чтобы очень далеко не бежать. О. Ты что, дурной? Глянем, что там наверху. Я забыл. Угу. Тут у нас товарищ был, да, который камушки швырял. Пидер. Пидер. Так, тогда отсюда. А, мы двигаем вот сюда. А, по идее, этого пососка можно тоже замочить. Чтобы он не швырялся, чем попало. Но для начала, по идее, вы костер. Конечно. Вот здесь у нас будет срезка большая, прямо на начало локации. Надо как-то до нее добраться. Бам, бам. Что там у нее? Балдерский шлем, осколок титанита. Ну, титанит прям валится и валится. Тут ни хрена нету. Давай сюда, вот направо. Вот здесь надо прыжок веры делать. А вот этого, интересно, можно захерачить? Мужчина. Блять. Я так до пенсии в него стрелять буду. Короче, сохраняемся сначала. Потом шарашим наверх, и раздеваться надо, и делать то, что должно. Будем прыгать. Будем рисковать. Костерчик. Бля, ну если я подохну, короче, 20 тысяч душ просто улетят в трубу. Так, мне не сюда. Я просто не хочу через вот это вот все дерьмо проходить заново. Это пиздец. Очень жесткая хуйня. А где тут путь наверх? А, вот, точно. Вот я думаю, что-то не хватает. Так, идем, короче, к мужику. Наверх.
Никакая тут падла меня стрелять не будет. Но тот может. Он оттуда лупит. Но ему, видимо, похуй на меня. Ой, блядь, не так кнопочек. Так, раз, два, три, четыре. Прям до гола. Надо это перепрыгнуть. Не попал. Меткий арбалет. Заебись, конечно. Надо еще. Снова надо делать прыжок. Прям до результата, короче. В принципе, пляжик до хрена. Я думал то, что я сразу, если упаду, то подохну, но нет. То есть есть право на ошибку, так сказать. Тот гандон проснулся. Тихо. Разгон потерял. Ну, почти, блядь. Я пяткой там где-то зацепился вроде. Давай еще. А, да, вот сюда. Еще надо немножко левее держаться во время прыжка. Она придумывает всякой хуйни. Еби потом себе голову. О, заебумба. Мне назад еще, конечно, прыгать. Давай хоть щит опять напялим. Сука, 6 фляг. Но мы сейчас их восстановим. Мне все равно примерно в ту же сторону идти. Мебель. Че надо? А что? Что? Кто ты? А, очередная нежить, да? Я в одиночку захватил крепость Сена. Но я ничем не отличаюсь от этих жестоких существ. Мной двигалось тщеславие. А ты думаешь, ты отличаешься от других? Да, я помню это чувство, ведь ты был таким же. Давай, я помогу тебе в твоих поисках душ. Ага, он-то поможет. Зеленый. Ну, у меня это все есть. Большой меч, балдерский щит, осадной щит. Осадный. А, давай стрел, наверное, у него возьмем. Что-то как-то они у меня немножко... Ой. Немножко они у меня заканчиваются. Я думаю, полтинничек. Ой. Вот, ну, давай вот соточку возьмем. Ну. Пойдет, короче. Стрелы штука хорошая. Вот у нас, кстати, Чиполлино костюмчик есть. Ну, такое себе. В принципе, это все падает. Это все падает, это все фармится с других мобов. Повышает защиту от молнии, повышает защиту от магии. 15 штучек колец, колечко. Я не знаю, это надо или нет. Бабки просру, а потом это кольцо вообще не пригодится. Или вообще где-нибудь свалится. А вдруг? Такое же тоже может быть. Не будем тратить денежку. А вот что-нибудь полезное куплю. Ну, в смысле, прокачаю, допустим. А где ключ? Угу, понятно.
До свидульки. Перекаты. Вот опять же этот Фламберг там. Вот, ключ от клетки. Забрали мы ключ от клетки. Мы сейчас сначала по перекаты. Но там же пропасть, какие в жопу перекаты. Разводят, суки. Сейчас тот же самый прыжок надо сделать обратно. Если нет, то с первого раза не получится, то я просру 22 тысячи душ. Что там не дается, у меня с первого раза не получится. Может быть, действительно кольцо купить? Давай, наверное, колечко, да, возьмем. Все-таки. Да-да-да. Купить предмет. Отмена. Защита от молнии, защита от магии. Давай, маги. Просто чувствую, я действительно я не смогу это сделать. Не доверяю я вот это вот делу. Своему скиллу, вернее. Да. Да, у меня получилось. Короче, есть кольцо. Есть кольцо и есть... Блять. Есть как бы все, что надо. Давай, мы теперь ставим все на место и поехали вниз. Тут надо эстусы. Эстусы свои восстановить. Можно даже тут брякнуться. Ничего страшного. Бам. Да, мне сюда. Потом отсюда. Надо дорогу вспоминать к этим клеткам теперь. она вон там. Все, я вспомнил. Сейчас как раз получается клетки эти должны меня высадить возле то ли первой пачки маятников. Но там еще ящерица будет. Которая очень неудобно, ты еще не подох. Которая очень неудобно. Да, блядь. Че дурак? Которая очень неудобно стоит и может как бы пиздануть тебя так, что ты улетишь нахуй сразу в пропасть. Так, вот эти клетки. Давай. Эти. Поехали. Возможно, мне обратно на тот самый мост в этом Лондо надо будет возвращаться. Да хуй тебе. Собака рыжая. И кто хотел меня ебануть? Так, ну да, мне сюда. Да ёб твою мать. Вот так вот мы и подыхаем. Когда идешь в обратку, у тебя же... По-другому уже видно это все. Не так, как ты бежал. Когда я бежал с другой стороны. А так бы сейчас двадцатник просрал и без кольца бы остался. Неплохое вложение, я считаю. Может быть, действительно это дерьмо и пригодится. От молнии, потому что щиты более-менее у меня есть, они защищают. Да и от магии, по идее, тоже. Но... Думаю, дополнительная защита от магии не повредит. Теперь мы окажемся за вот этим уродом, да? А нет, смотри, прям перед ним. Ля ты крыса, а?
О, заебись, его еще и маятник спихнул. Слушай, ну мне еще охеренно повезло. У меня души не тут оказались. Так, топим, топим, топим. Оп, 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 оп. Все, и втекаем. Блять. Ну, заебись. Ну и норм, кстати. Я лучше полечусь. Не слишком низко упал. Не раздолбало меня. А как быстро по лестнице спускаться, я так и не понял. По-моему, это не работает в ремастере. Хотя нет, работает. Я видел. Так, тут у нас две пидерси этих зеленых стоит. Здорово, бандиты. Блять. Сука. MR.toast. Хера фартит. Да пиздец. Фартумасти, а уе, епта. Макс Лан. Шутки про то, как ты не скопал. Ниже плинтуса. Ну, блядь, я вчера, вот и вы бы видели, нахуй, это полный балах тут вообще, как я всю эту локацию проходил. Я летал, блядь, с этими маятниками, как сраный веник. Одни вот эти вот ящерки, блядь, которые две штуки чего стоят. Они стамину сбивают вообще на раз. Плюс еще могут тебя заебенить, потому что они двое. Одна сбивает тебе стамину, вторая тебя добивает. И барсик нахуй. И тебе, блядь, и всем твоим душам. Я дважды там сложил, короче, по десятке душ. Только на этих зеленых утырках. Ну, а еще какая-то гнида там, блядь, садит. Да ёб твою мать. По 8 тысяч душ улетели уже точно. Пидоры ебаные. Он бы меня сзади догнал. Наверное. Макс, ты не видел, как я проходил это первый раз? Я тогда еще не знал, что мечи, оказывается, ломаются, и я бегал с мечем, у которого дамаг 15 был. Да, наебись. Но я, по идее, тоже, как бы, ну, у меня то же самое, что и ты сейчас описал, как бы, только, блядь, дамаг был с мечом. А хули этот дамаг, если ты просто с пропасти летаешь, как сраный веник? Сколько раз мне вот этим шариком, блядь, придавливало, это пиздос. Пока это самая ёбнутая локация, короче, которая встречалась. В принципе, души проёбаны, я не знаю. Попробовать пиздиться с этим... О, слушай. Души на месте. Ну-ка. Ну-ка, пидо. Да ёб твою. Блядь, шарашит и шарашит. Паскуда, тварь. Так, он должен стрельнуть. Да давай оживляйся, ты быстрее. Ага, там ноль было. Замечательно. Пика. Ну, заебись. Можно, в принципе, вот этих двух гондонов вообще вот так вот пробежать с ними. Вот там дальше поудобнее биться будет. Вот тут. Иди сюда, уебан. Его ловушка убила. Они, по-моему, дамаг от ловушки получили. Вот здесь ловушка стояла. Ладно, заебись. В натуре классно. Че, можно идти сейчас через костер разъебывать гидру.
Да? Попробуем, короче, по крайней мере. Не знаю, в какой последовательности. Можно типа в ад вернуться и дальше там пошакалить. Либо пойти гидру пизды дать. Давай, наверное, к гидре дадим, она тут ближе всего. Да, надо еще добираться, блядь, вагон времени. По заданию уже ничего не объясняется, куда точно тебе идти. Поэтому пойдем куда хотим. Ну, конечно. Так, получается, отсада темных корней. MR.toaster. Гидре один фиг душ нет. Да. У меня сейчас левел поднять стоит 26 кубков. Судя по тому, как дают эти души за босса, это, блядь, один, либо полтора босса. Так что... идеи бы нафармить тридцатничек и попробовать вон ту вот стеночку ломануть. Можно ёбнуть гидру, короче, и попробовать сюда пройти. Вдруг там что-то клевое будет. Ладно, потыкали сначала гидре, дадим пизды. Для начала. По идее, вроде это не очень сложный босс. Но на крайняк можно просто взять и схватить алебарду в две руки и как надавать ей пизделей. Да. У меня сейчас, короче, вот когда я беру вот так вот алебарду и бью один раз на 600, второй раз я бью на косарь. Да-да. О, 540. А если я тут же сбиваю свою стамину еще дальше ебашу, то у меня выходит 1000. А третий раз, наверное, там где-то 1200, а то и все полторы, может быть. Я уже не говорю прям вот такой вот удар. Самурайский, блядь. Да-да-да. Вот сюда, да, надо пиздовать. С этими алмазными гоблинами я попробовал уже побиться. Они как бы, ну, два раза по ним попасть. Они медлительные тоже. Как Кинг-Конги, прыгают только. Притопить можно слегонца. Серпантина долго бежит. Срезать чуть-чуть. Развилку бы не просрать. Нет. А вот, подожди. Отсюда. Туда. Вот тут можно здоровье потерять, поэтому. А, все равно падать. Ну ладно, уже не мой, ебать. Чуть-чуть. Что у нас по кольцам? Шанс дропа. Ну давай мы, наверное, шанс дропа и оставим. Хотя. Нет, не шанс дропа надо. Надо чувство равновесия на нетвердой земле. Вот это кольцо, когда пялишь, у тебя персонаж может по воде передвигаться с обычной скоростью, а если иначе, то он тебя замедляется. Есть еще кольцо змея. С помощью него как бы можно себе регенить хп. Штука забавная. Вот эти вот гоблины, они агрятся. Блять. Я не достал его.
На ебись ты колотись. Они агрятся с большого расстояния. Да ёпта, чё не достает? Чуть-чуть совсем. Так, где второй? Сейчас гидра начнет шарашить своими этими взрывами. Вон она там уже беснуется. Иди сюда, требуй. Вот так вот, чтобы его обойти можно было. Бам. Бам. Ничего с него не ебнулось, нет? Надо еще вот этих вот подманивать. Обычно это делается так. Так, он меня заметил. Это хорошо. Гидра сшибает до хрена, кстати, вот этими штуками. Ай, блядь, да ёб твою мать. Отбежал, ёпт. Это пиздец. Это фиаско, нахуй. Было сложно бортики поставить, я не знаю. По ребрике, ебать его, вот. Бордюрчики хотя бы. По фарме мог там. Может пригодиться. Ну как бы он пригодится. Дай. Ничего не ебнул. А, это упал. Ну, с этих вот растений валится только красный, зеленый и мерцающий. Эти ребята напоминают доктора Бушрута из Черного плаща. Там тоже такой был. Получеловек, полудерево. Отлично, путаю, куда, в какую сторону бежать. Тихо. Где-то... Нет, тут... Тут не срежешь. Короче, надо сначала вернуться на мецо, забрать душу, потом уже разъебывать этих уродов. Вам. Вам. Ну, хорошо, что не снимают пол здоровья. О, кстати, душа рядом. Не снимают пол здоровья, когда как ты к демону падаешь. Так-то босс сложный, а ты еще, блядь, падаешь к нему с половиной здоровья. Так, давай, давай. Блядь, ну, что за камера? Давай, мужчина. Бам. Бам. Кстати, им почему-то по 300 наносит урона всего. Почему так, я хер знает. Ага, вон еще там бегает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пизду. Я, короче, вот тут остановлюсь. Они даже там вдвоем бегут. Все норм. Сейчас на второго тут заебеним. Потом вот к этому пойдем, к верхнему. А там уже надо... Нет, его надо будет сагрить, а потом уже... Уворачиваясь до босса добраться, там еще какая-то душонка лежит, по-моему. В виде колбочки. Не знаю, достану я для него стрелами. Мужчина. Не расскажи, как пройти в библиотеку.
Тут смелее, блядь, Кинг-Конг ебанут. О. Шац. О, прикольная атака, кстати. А как магией тут пользоваться, я так и не понял. Какие-то горят перчатки надо брать. Я, походу, их проебал где-то. Я не знаю, где их таскать. Ебачьи уши. Большая. Шлем рыцаря. На что он мне спился вообще? Я думал, там не глубоко. Заебись, чё. Он взял, блядь, утонул. А как тогда так там гидра стоит? Если там дна нет. Ну и блядство. Да хуй знает, может там нужно какие-нибудь там, блядь, ботинки Иисуса, чтобы не топиться. Да, ну давай еще раз попробуем. Может где-то брод есть. Как-то же можно к ней подобраться. Я там, блядь, еще и душу оставил. Ну там немного, конечно. Нихуй-то. Как бы. Страшно. Но вот этот моментик что-то я не понял вообще. Какого хуя там-то глубоко. Может, надо типа подождать, пока эта гидра башку положит. И ёбнуть по ней. Короче, пока только одни предположения. Душу-то где мы? Я их не вижу. Видимо, где-то в ебенях. Мужчина. Здравствуйте. Ну, давай, ты прыгай. Так, один есть. MR.Toaster. А разве не посох нужен для магии? Не знаю, а что я прямо... Я же типа не маг. А если ты типа вообще за мага не играешь? Типа без магии эту гидру не убить, что ли? О, кстати, она этого ублюдка мочит самостоятельно. Ну-ка. А чё она не попала в этот раз? То есть, если у тебя не прокачанный персонаж, недоточенный вообще под мага, то ты хватаешь просто самую непрокачанную свою палку магическую. Ты же сам говорил, что персонаж как пластилин. Да, ну ты прикинь, заново перекачивать персонажа. Еще ему сколько уровней поднимать, просто чтобы посохом нормально пользоваться. Гидра-то явно у нас жирная. Блять. Заебала эта гидра. Персонаж-то как пластилин, но все равно, прикинь, сколько левелов надо поднимать. У тебя с каждым уровнем количество душ употребляемых возрастает. То есть фактически в середине игры, если тебе надо второго персонажа прокачать, ну дважды своего, то просто на фарме можно недели сидеть. Че за чушь? Такого не должно быть.
Так, давай по берегу пойдем. Может быть, тут что-то есть. Вот тут подняться, посмотреть. Не верю, что нельзя к ней не подойти. Как-то же должен же быть какая-то хоть лазейка, проход, я не знаю. Что такое? Хуйня. Давай вот эту часть берега обезуем. MR.TOST. Не я про то, что ты можешь в магию в любой момент просто нужен посох. Это вряд ли. Так, вот это вот не глубоко, но она, блядь, меня мочит и мочит. Она шарашит своим гандом вообще не переставая. Со всех голов, нахуй. Да ебать его в рот, дайте хоть подойти что-нибудь рассмотреть, а? Покинул. Для волшебства нужен интеллект, так что не в любой момент сможешь. Ну вот, надо заново прокачать. Как к Гидре подойти, Алексей? Олег сбудов. Да и катализатор нужен хороший. О! Она башкой своей приземлилась. Ебать. Ну это, конечно, такое себе, но лучше, чем ничего. Давай, быстрее. Еще минул башка. Давай, атакуй, сука. Теперь стреляет поменьше. Давай еще ближе. Фляг дохуя потратил. Примерно тут где-то она лупить начинает. Ах, не дотянулся чуть-чуть. Ну, минут две башки. Из 6. Во-во-во. Бам. Бам. Ну чё ты приземляться-то будешь, блядь? А я просто достает с любой точки вообще берега. Так, ну давай хотя бы так. Еще минул башка. Сколько? Две? Три осталось. Две. И у меня одна фляга. Ништяк. Давай, атакуй сначала. А, мне туда не подойти. Блять, может по горе забраться? Да нет. Это ну ты, сука, неохота, а? Да нет, по горе тут не подберешься к нему. Ситуэйшн. О. Ну. Блять. Короче, нормально, надо на берегу находиться. Она будет атаковать в любом случае. Ну давай. Стрей. Блять.
она еще водит туда-сюда, не попасть нормально. Девольфо от bmb.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольфо. Ну давай такой. Пока я только по вот этой башке могу попасть. Она ближайшая, как бы. Да, блядь. Последняя. Которая лупит вот тут. Стой. Во-во-во. Я вижу, но очень смутно. Вот здесь можно в воде стоять. А не достать до туда. Вот он, обрыв. Где-то вот примерно плохо очень видно. Есть, я попал. Ебать, серпляги и рационал. Драконья чешуя, кольцо с короной заката. О, блять, заката. Позволяет творить дуб заклинания, но отнимает половину здоровья. Спасибо, охуенное кольцо. Мы с вами свяжемся, продолжайте вести наблюдение. О, лестница. Но я хер его знает, как я, где я окажусь, поднявшись по этой лестнице. Надо вернуться назад, к этим, к растениям, и потом только шарашить вот сюда. Надо фляги восстановить. На то и расчет, наверное, был, что ты первый раз по-любому не эту площадку под водой не заметишь, полетишь к этой гидре на полных парах, чтобы дать ей пизды. Но вот в итоге ты падаешь и подыхаешь, как последняя чмо тупорыла. А под ноги-то смотреть надо. Куда тогда, получается, эта лестница должна привести? По идее, либо новая локация, либо какая-то из старых. Ну, скорее всего, новая какая-то лока. Кто-то там говорил, то, что типа я еще на болотах не был. На болотах типа жестко. Возможно, я вот как раз тем самым и выйду на болото. Ну, просто по логике вещей, типа, ты находишься в воде сначала, по яйца, потом по щиколотке. Ну, окей. Ну, слушай, блядь, за гидру все десятку дали. Ну, это значит, боссом она не является. Просто типа моб, короче, просто жесткий. Ну, как виверна. Виверна. Так, короче говоря, несколько путей есть. Там, где у нас драконы синие стоят, там один проход. Потом, получается, внизу, там, где привидения, это второй проход. А в аду там тоже целая лока. Это четвертый, третий проход. Четвертый вот здесь. Но это типа не обязательный момент играть стопудово. Ну, будет тридцать, тридцаточка лишняя, можно и сюда сбегать. Пошукать, так сказать. Лячо и найдется. Будет угарно, если заново гидра на месте.
Обычно такие большие мобы заново не появляются. Будем надеяться, что не надо ее ебашить заново. Бля, на обратку меня поймал, чуть-чуть. Почти все локации тут взаимосвязаны. Типа с одной, как правило, чаще ты можешь выбраться в другую и так далее. Но есть тупиковые локации. Типа ты проходишь с одной в другую, потом в третью, в четвертую, и там тупик. Да. Гидры нет. Плавай яйца. А мы вот так. А мы вот так. Кстати, по-моему, с них ничего не валится вообще. По крайней мере, я вот пока ничего из них не выбивал. Семьсот 12 удар второй. Ну и по ним и первый-то проходит всего 300. У них, наверное, какая-нибудь защита охуевшая. Да, да. Бам. А их не достал. Успел. Давай, прыгай. Это я тоже. Давай. Угу. А этому достаточно было одного удара. Странно, но окей. Можно вот на правую сторону сбегать, посмотреть вдоль берега. Вдруг там еще какой-то проход. Может быть, вообще типа с другой стороны озера можно, знаешь, зайти. Главное повнимательнее с этой площадкой. Дальше обрыв. Угу. Все, барсик. Внизу все. А вон ее контур видно. Очень смутно, но тем не менее. Попробую прям до самого конца этой площадки пробежаться. Ладно, еще и поворачивает. Ебать его, урод. Ну давай. Слушай, ну если тут гидра тусовалась, она значит на самом дне тут торчала. А все остальное просто узкое, ну как бы, неглубокое. Глубокая лужа. Все равно под ноги надо смотреть. А тут можно забраться? Так... Нет. Да, все, тут гора. Тут еще одна лука. Какой-то гомик стоит. Ну давай, допустим, попробуем ему пизды дать. Он вроде один. Ну, наверное, пиздец какой-то лютый. Типа ваншот какой-нибудь, знаешь. О, как. Ну, на. Давай. Полторы тысячи за него дали. Кто такая? Подожди, всякими неписями пиздить пока не буду.
Я думаю, она никуда не исчезнет. Но она, наверное, что-то такое, типа, скажет там, спасибо, ты меня расколдовал. Конечно, на меня это не рассчитываю, но кто знает. Так, мое спасение, твоя заслуга. Я очень любезно с твоей стороны. Я перед тобой в долгу. Я Заря Алачия. Я попала сюда из древних веков и не могу надолго задерживаться здесь. Прежде чем я покину ваш мир, позволь мне кое-что спросить. Моя родина, Алачиль, известная древними заклинаниями. С твоего согласия я желала бы передать эти драгоценные знания тебе. Желаешь ли ты получить их? Честен хуй, блядь. Прими мою искреннюю благодарность, мою радость не передать словами. Я начертаю для тебя свой знак призыва. Если у тебя возникнет нужда во мне, прошу, воспользуйся им. Думаю, мое время истекло. Да, светит пламя твой путь. Я думал, что полезное. А я типа просто могу теперь ее призывать? Ну, такое себе, тетя. Короче, разводят. Пошли на лестницу. Тут больше нехер делать. Главное, под ноги смотреть. Тут очень плохо видно. Возможно, если в комнате свет вырубить, то будет гораздо удобнее, но... Не мой вариант. Ну-ка проверим Хидетаку-то. Во всех играх, блядь, должен быть секрет для водопада. Что за хрень? Надеюсь, я не пизданусь. Нет, походу тут ничего нет. Не во всех играх есть секрет для водопада. Так, где лестница? Вон она. Стой. Это грибы растут. Чё там мне сдается, я вот таким макаром приду туда, к этим, к синим драконам. Вот прям... Что-то прям ведут меня туда, походу. Хотя, подожди, они ниже, по-моему. Ладно, сейчас глянем. Подожди подниматься. Душа отважного воина. По-моему, за такую душу что-то там 1003, по-моему, наваливают. Душонок. Кстати, надо будет возле этого костра, наверное, пузырьки полопать. Докачнуться. Снова сад темных корней. А тут что? Короче, сад этих темных корней, он гораздо длиннее, чем я думал. Давай, обойдем, посмотрим. Что тут есть? Удачи. Это типа пиздец близок, я так понимаю, да? Вот и хер знает, куда, направо, налево идти. О, грибочки. Ебать его, ты чё, дурной? Ты кто, блядь? Чеширский кошара. Котейка легла.
2000 за нее дает. А там еще одна ходит. А там, скорее всего, босс. По моим предположениям, тут же есть такой босс, волчара, короче. Вот, наверное, волчара там где-то впереди и есть. А вот то, что две кошки, блядь, тут крадутся, это что-то плохо, по-моему. Это пахнет жареным, надо валить. Я хочу тогда вот тут в сторону пройтись. Либо там будет срезка, которая меня выведет на какую-то локацию. Либо мы просто будем продолжать заходить в другую какую-то локу. Не знаю. Кошка. Нет, не кошка. Слышу, шелестит, а это бушрут, блядь. Да ёб, ты откуда тут нарисовался? Ну давай, допустим. Короче, надо вдоль пробежаться, позвать, что есть. Я прям над гидрой, короче. Это проход в замок. Ну, допустим. Я там один ништячок, даже два вижу. Но это, скорее всего, замануха какая-то. А, нет, это просто мох с этих ребят. Так, давай дальше, дальше вот по берегу пройдемся, ну, по обрыву вдоль. О, здрасте. Слушай, ну с каждого прям валится. Можно колечко, кстати, переодеть. Воды я тут не вижу. Вот так вот мы оденем. Реген кольцо. Когда можно флягами не пользоваться какое-то время. Ну, пока не пизданут мне пол здоровья. Угу, обрыв. Вот туда надо сходить, я думаю. И тут какой-то мост. Короче, она большая лока, походу. Блядь. Чуть-чуть, но все равно регенит, как бы. Несколько мобов удачно заебашенных, как бы, у тебя полное здоровье. Тихо. Кто-то идет. О. Да нихуя себе. Блять, мне бушрут мозг съел. Я подох. Замечательно. Кто знал, то, что тут их 8 штук на тебя сразу же бежит. Скорее всего, это срезка. А, блядь. Но если где-то срезка, значит и костер должен быть. Сука, такую даль пердолить, бля. Далеко. Как вариант. Можно восстановить души. Хотя, блядь, это рискованно. Херачить на босса. Но можно, допустим, вот этих вот алмазных чуваков пропустить. Как бы хер бы с ними. Двигаться дальше чуть побыстрее. А можно
тупо их полупить, но за них всего 200 душ дают, такое себе удовольствие, как бы это. Это не персонажи для фарма, скажем так. Еще урон получил. Примерно вот так вот за каждого моба мне восстанавливают здоровье. В принципе, бушуруты, они не опасны, когда по одному. Вот когда их, блядь, ебаная толпа. Так, давай, короче, попробуем скипнуть этих ребят. Всех хуярить смысла не вижу. Кстати, там что-то горит. Это, скорее всего, с гидры, да, что-то упало? А, нет, это призыв, твою мать. Нам ни кольца нет. Надо? Я должен успеть. Давай, беги. Паровоз с собой собрал. Здрасте, ребята. Ебашим, ебашим. Они, кстати, тоже по воде не очень быстро перемещаются. Если бы кто-то решил на меня именно сигануть, он бы догнал. Он бы догнал и заебенил меня пол здоровья. Хида так и любит лестницы. Очень. Вот такие вот деревянные. Это есть в Bloodborne. Это есть вот здесь, в Dark Souls. Ты очень часто по лестницам ползаешь. Медленно, вдумчиво. Как правило, они длинные. Я вот не сюда шел, я шел вот сюда. Там что-то кошаков дохуя. Прям вообще. Так, давай, восстанавливаем души свои. Бам. Бам. Хоть бушроты ваншотятся. Бам. Бам. Сейчас мы на них здоровье-то и восстановим. Главное слушать, когда они бегут, они шумят. Эх. Мам. Так, ну и чё, где ваша толпа? Вон там еще один несется. Почему там камера оказалась? Может быть, там еще кто-то? Короче, повнимательнее. Эти гаврики сливаются с этим, с окружением, как шпионы. Давай, давай. Вот. Кто-то успел задеть, почему у меня так здоровье-то не поднялось. Ну все, по идее, вся толпа. 17к восстановил. Да. Восточный шлем. Восточный доспех, наручи. Вон он же. Давай глянем, что за шлем. Такой восточный весь. Та-та-та-там. 4,7. Защита 17. Короче, среднячок. Нахуй не нужен. Надеюсь, как-то вот этот лут тут можно переработать. Ну, типа, нашел торгаша, который покупает вот эту вот всю херню. Я бы очень много ему оружия слил.
Чтобы инвентарь не забивал. Понятно. Но там можно бегать. Подожди. Это, наверное, и есть тот спуск, по которому ты после костра бежишь, ты только выше оказываешься. Скорее всего. Так, вот еще бежит. Даже два. Ну и все, здоровье я себе восстановил. Норм. Слушай, я думал вообще лет он покороче немного, но нихуя. Это он вообще какой-то бесконечный. Чё? Ебать. Ах ты, сучара. Все прибежали. Так-то заебись. Ну давай с рыцаря начнем. Тут их два. Окей. Пидорас, блин. Пидорасина. Мне тупо стамины не хватило. Пидорас заново все хуярит. Твою мать. Ой, блин. Ну это Dark Souls. Интересно. Сколько раз вообще люди, поиграв в Dark Souls, называли так вот пидора. Уродом, пидором. Лекс, оскорбляли, да, короче. Жесть, брат. Да, тут жопа. Тут жопа. Я не знаю, где костер, короче. Только что скинули обратно. На начало локи. Да ебаный ты дурак. Ладно, бушруты как бы не проблема. Два рыцаря вот этих вот беспокоят. Кули тут бегай, просто ударяй и разок, и все. Лекс, ТР. Можешь, кстати, просто слева пробежать и вступить в ковенант, тебя никто трогать не будет. Лекс, ТР. Только не трощи их. Тех, у кого спрашивать про ковенант? Ну, в смысле NPC, да? Да не, наверное, вступать я в ковенант не буду. У меня тут как-то парочку орденов каких-то есть. Или один. Короче, вот по моим предположениям, я оказываюсь где-то вот тут, только наверху. Вот тут не посмотреть, короче. Вот здесь, на этом обрыве я оказываюсь. Как раз тут надпись. Тут вот фонарик. Там у нас замок. Да. Я просто оказываюсь этажом выше. Лекс, это Р. Кайрче, с кошкой побазарить надо. А как с ней побазарить? Они пока только в виде мобов на меня нападают и все. Наверное, мега кошака какого-нибудь надо найти. Типа толстопуза кошака там. Так, из Чип и Дейла. Бля, ну такими успехами я еще долго буду этого кошака искать. Большая локация. Так, притопили. Притопили нахрен. Ебать, он все-таки попал. Сука. Вот уроды.
Резонно, конечно, по дороге пиздить всех, но, блядь. Это много очень времени займет. Я, кстати, посмотрел, я уже наиграл 37 часов. Ну, я фармил, наверное, из них часов, наверное, 10. Ну, может быть, 7. Именно формовка душ, чтобы прокачаться нормально по силе. Все-таки 50 левелов только одной силы поднять — это ебаная туча душ. Ну и времени, соответственно. Можно, в принципе, срезать, хотя, я так понимаю, с кошаком пиздеть где-то там надо, да? Меня интересует все-таки вот эта локация. Что там можно сделать? Она же не просто так. Костер там должен быть где-то. Аккуратненько, совершенно не деформируется. Пиздим. Это толстый, жирный, цветастый, цветковый хуй. Как-то там. Так, вот их двое. С левого фланга отходят. Кто, блядь? Это странно, у меня тут замес какой-то произошел. Бля. Вообще стамину сбили. Да ебать его в рот. Он там еще один догоняет. Давай, давай, давай. Он как раз тут в лесу своем застрял. Главное не подохнуть, а добраться до рыцаря, чтобы душу восстановить. Все-таки 17 тысяч, мне теперь уже жалко. Давай, полечимся. Кто-то идет. Вот ты, сука. А как тебе такое? По левую сторону я шел, вон мы, там мои души. У меня в прошлый раз, когда я там оказался, меня больше всего мак обескуражил, короче. Да, да, блядь. Неактивно, они когда выпрыгивают, они пару секунд буквально неактивны, их нельзя ударить. Кто-то бежит. Где кто? Вон он. Пройдется-то. В деревьях только застрял. Ну, поможем, поможем его. Ее как медведя поймали. Вот так. Ну, типа, анекдот то, что медведь, типа, голову просовывает между двух полежек. Между двух деревьев. И ты его, короче, пользуешь. Все? Да не бежит. Норм. Так, прикрывая щитом. Где маг? Он вот тут был. Ну, сейчас, наверное, тогда вот эти два слоеба должны выскочить. Вон один. О, подождем. Вот маг. Это и есть маг. По идее, он должен сагрить двух этих обезьян. Не успел. Что ты, блядь, не достаешь? Да раз.
Блять, я сейчас отъеду, твою мать. Тиу, блять, урод. Короче, маг это и есть второй рыцарь. Ему одна подача оставалась. Твою же мать. Опять все заново, блять. Надо, значит, этого мага, короче, выманивать ближе к туда, к себе, чтобы второго рыцаря не согреть. У меня, наверное, там ха теперь, пиздец, как у дурака фантика. Да не пизду. MR.тостер. Ну хоть души поднял. Ну да, и там же оставил их, блядь. Меня на том же пятаке ёбнули. Костер нужен. Прямо в той локации найти. Тогда можно без проблем изучать. Ну просто чтобы не пиздовать. За 10 тысяч километров. Чтобы на том же самом месте и подохнуть. Так, нет, вот этот ебучий. Очень дохера приходится бегать. Где он тут серпантин, блядь, чего стоит? Просто чтобы получить несколько подач в урыло и прощаться с душами и бежать сюда, но надо что-то с магом этим делать, как-то давать ему пиздюлей. Так, давай-ка вот мы-то урода ёбнем, что-то он мне в прошлый раз вообще настроение испортил. Понятно, он там и тусуется. Ну вот так даже можно. И вот так вот можно. Пускай там долбят себе в землю. Я от бабушки ушел. Я от алмазного голема ушел. Ну вот что не добираешься. Блять, застрял что-то еще. А если бы вот эти вот гаврики бы тебя догнали? Хотя они вообще не бежали. Ну, рот ебать. Я вот думаю, если заметить мага, вот этого вот, пострелять в него с лука, чтобы он сюда подошел ближе. На это каждый моб реагирует. Я с ним только пиздиться начинаю, подбегает вот этот вот ушлепок со здоровенным мечом просто. Один также снимает у тебя стамину, второй добивает мечом. Два раза мечом пизданул ты, покойник. Я не успеваю его ударить просто, или отпрыгнуть там хотя бы. Это проблема. Короче, у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. MR.тостер. Может его пристрелить с лука и все. Лук снимает хуйню. Это надо стрел 200, наверное. 300, блядь, чтобы его замочить. И он, скорее всего, как любой моб, получив подачу, будет двигаться. Убивать можно в основном статичных каких-то врагов с лука. Ах ты гнида зеленая. Так, ладно, сейчас мы тут потихонечку всех заебеним. MR.тостер. Он макун в ткани бегает. Логично.
Я попробую. Можно просто посмотреть, как бы, сколько у него за одну стрелу будет сниматься здоровье. Это не будет большой цифрой, стопудово. Если надо мне его мечом пиздануть, раза 3-4. По 300 примерно. По 400 он снимает. Вот и прикинь, сколько стрел по 50 надо в него запустить. Но ему там один удар оставался. Так, один согрелся, второй. Бам. 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 Все, больше никто не бежит. Так, сначала душу, потом все остальное. Утром деньги, вечером стулья. До свидания. Особо шуметь не будем. Не привлекать внимания. Забираем душу. Он как раз по прямой этот гомик стоит. Сейчас мы прямо с этой точки в него будем шмалять. Малялка. Со слупа. Понятно. Понеслось. Так, давай, приманиваем его. Ну, чтобы он дрался с нами на нашей территории. О, нормуль. Сейчас мы его сюда, блядь, приманим. Как бы красиво он полетел с этого обрыва, если бы я ему прописал пинка. Ага, вот и второй рыцарь, там же. Но тот отходит. Значит, он стоит чуть дальше его. А этот? Давай ко мне. Блять, еще и буфруты, твою мать. В очередь, сукины дети. Они как-то все отходят, но нападать не хотят. Так, ну, хотя бы самый смелый. Растение, ты молодец. Так. Где рыцарь? Ситуация, блядь. Я их не вижу. Он возвращается. Во. Вот давай мы сначала с ним разъебемся. Иди сюда, мистер. Вот так. Тоже, кстати, жирненький чувачок. Давай, отпиваемся. По возможности, блядь, мне не пизнуться бы. Гнида, блядь. На расстоянии от него не дойти, не дает. Я бы начал пить, он бы въебал. Пидорас. И Хидетака пидорас. И маг тот тоже пидор. mr.to. Быстро, однако. Но я у него половину шип, кстати. Ну, надо так и действовать. Надо просто поточнее движение. Так-то оно сделано, видишь, все правильно. Пару подач пропустил. Он сшибает у тебя половину. Но я ему тоже половину снес. Можно попробовать вообще, типа, быть охуенно шустрым. Он же типа рыцарь. Он типа в доспехах. Можно вообще до конца раздеться. Алебарду схватить в две руки. И как черепашка на ниндзя на дать ему на пиздына. Возможно, такая тактика тоже подойдет.
Сейчас посмотрим. Ну, от бушрутов явно нужен щит. В принципе, как от этого. Хотя он через щит пробивает. Припатриваемся, короче говоря. Анус Геббельса. Я подумал, как его разъебать по ходу дела. Лестница. Буква L. Лестница. Все равно когда-нибудь этих двух пидоров заебашу, сколько бы фляг мне это не стоило. Там рядом с магом есть какие-то ступеньки по левую сторону. Возможно, это какая-то срезка. Возможно, там может быть костер. Кстати, заебенил у меня не так далеко отсюда. А не видно, но это где-то рядом. Типа у меня души валяются чуть ближе, чем в предыдущий раз. Но к магу по-тихому подойти нельзя. Нет. Он крадется. Все, тебя разглючило, Саид. Она. Водопад мешает слушать. Так, давай троицу эту разъебем. Это душ, я своих не вижу. Когда они дважды лупят, я не успеваю щит поднять иногда. Типа того. Готов. Где же души? Кстати, один подъем мне обходится примерно 1500. Угу, он душа. Ну, два, когда они вдвоем, мне точно с ними не справиться. Надо как-то их разделяй ласту, как говорится. Вон там еще, да? Пиздец, можно реально уже, блядь, дома из мха делать. То есть из каждого мог сыпаться. Все, вроде закончились. Так, где эта гнида? Где-то там был. Он стоит. Наверное, стрела до него не долетит. Я прям на башку нацелил. Эй, мистер. Еще чуть правее. Чуть-чуть. Блин. Так. Да еще правее, ну серьезно. Тогда в дерево. Да ёб твой. Давай так тогда подойдем. Так он.
Ну, Фантомас очнулся. Хуяк и съебал в лес. Ах ты, гнида. Ко мне бери. Серьезно, я за что-то там зацепился еще. Так, ну хотя бы он один. Блять, а я тут в лианах запутался. Ну, у меня между деревья хуй попадет. Да раз. Драный. Да-да-да, стреляй, стреляй. Хуяк. Хуяк. Все, он холодный. 2000 душ за этого комика дали. Надеюсь, он больше не появится на дороге. Не воскреснет. Где-то рыцаря теперь надо выцеплять. Рыцарь! Кристофер Робин! Нету. Вот, где-то есть. Поймали, на живца. Да хуй тебе. Да снова хуй тебе. А вот нет. Он попал в меня, а я в него нет. Это как? Вот. Главное в дерево не уткнуться. Уебок. Я рискну, конечно. Ну, почти. Пробиваю через меч. Готов. Две пляшки эти гомики мне обошлись. За него 3000 дает. Чумовой расклад. А, надеюсь, их тут больше не будет. Надо продолжать слушать деревья. Ну, позырим, что это за этот. Тут, наверное, еще одна дверь с печатным каким-то кольцом. Я, кстати, вспомнил. Вот здесь, если удачно, по-моему, да, удачно пизданулся. Короче, тут можно фармить по 5 косарей. То есть бежишь, ну как ты поднимаешься, деревья, вся херня, ты их агришь, ты несешься вдоль вот этой вот от скалы, бежишь такой, блядь, посмотри, мне пизда, вот здесь вот поднимаешься, вот здесь вот падаешь, а эти дятлы падают в пропасть, ты никого не убиваешь. 5 косарей плюс. Так, ну если, значит, тут можно фармить, получается, вот эти два рыцаря должны появляться. Что это такое? А, подожди. Это не та ли случайно дверь, которая стоит 30 тысяч? Ты по тридцатник, ты заплатил, срезал себе путь. Да. Походу это так. Да, у тебя вон там костер горит. Вот эта вот залупа стоит 30 тысяч. Ты сокращаешь путь. И меньше типа ебешь себе голову. Гадалки не ходи. Ну я не знаю. По-моему, пошли они нахуй с такими раскладами. За тридцатник можно много чего купить. Вон еще один. Эй, мистер. А где такое? Он еще пинается, да? Ну, думай. Прикольный меч. Ой, щит у него. Это спайдермена. Ну, ты знаешь, как дети носят рюкзаки с Человеком-пауком. Этот щит носит спайдермен. mr.toaster.
Вот я тоже так думаю, что та же дверь. Ко мне приходили такие, как ты. Твое решение найти меня верно. Но ведь твоя цель твоя не могила сэра Асториаса. От души идет мой совет. Забудь об этом. Легенда об Асториасе всего лишь выдумка. Пресечь тьму — это только сказка. Достаточно ли в тебе уважения к себе, чтобы не тратить время на поиски небывалого? Да, таких, как ты, я не встречала еще. И все же ты мне нравишься. Посылка на чешуйчатого кота Кэрола, наверное. Я Альвина из леса Темных Корней. Из леса. Я возглавляю клан охотников, которые выслеживают осквернителей лесных могил. Что ты говоришь? Ты к нам не присоединишься? О да, я уверен, что мы тебе поможем. Я очень рад. Кстати, я за охотника же начинал играть. Теперь ты с нами. Ты член нашего ордена. Член. Подчеркнуть. Вступить в орден. Хуй знает. Я в какие-то ордены вступаю, в других тут же выхожу. Вот, возьми кольцо. Давай. Кошачье кольцо. А пока оно на твоем пальце, ты сможешь призвать. Мы сможем призвать тебя. Если я... Почую опасность, я призову тебя. Угу. Я тебя, ты меня. Я прошу лишь об одном. Убей осквернителя. Я призову остальных. Они без устали будут помогать тебе во имя чести. Во имя Луны. Я тебя щедро вознагражу. Все, что ты попросишь, будет твоим. Это хороший уговор. Но есть одно лишь правило. Клан, твоя семья. Храни верность своей семье. Конечно, понятно. Крестный отец начинается. Даже не пытайся перейти на другую сторону. Не сомневайся, предательство мы не стерпим. Шаг какой, а? Ты принадлежишь только нам. А тут у нас... Возможно, этот поход... Там, где кошаки тусят. Все равно надо обойти. Надо обойти вот эту до конца локацию. Ну, вдоль стенки. Посмотрите, есть ли тут чего. Кто такой? Папа говорит. Я все тебе шило восточный капитан бригады. Я научу тебя основам борьбы, потому что времени на болтовню во время битвы у нас не будет. Но формулировка правил не так уж и важна. Сражайся и охотиться, тебе нравится. Добычу получается самый быстрый. Вот так мы и делаем. Только не забывай слова Альвины. Предателям мы второго шанса не даем ни под каким предлогом. Вот все. Не волнуйся, все как в старые добрые времена. Нам приятно, что ты с нами. Добрый охот. Пошли, блять, в пизду. Охотники сраны. О, какой. Ниндзя, блядь. Я его типа не видел вообще. Угу. То есть, типа, ты должен добраться до них. Может быть, по ускоренной, конечно, системе. Со всеми поговоришь, и типа тебя вообще тут на этой локе никто не трогает. Ну, возможно, бушруты, но не факт. Либо ты мочишь постоянно этих рыцарей. А они тебе. Ну слушай, рыцари, в принципе, это тоже довольно-таки жирные. И с них неплохо душонок падает. Так, ну, в принципе, вот вся локация. Ничего интересного там нету. Блять. Вот прикинь, да, в такую жопу попасть. И все. А тебя лупит кто-нибудь. А ты в деревьях. Да, блядь. Пошли к кошака. Да, это вот тут. Костер как бы есть, но он как бы за дверью, который стоит 30 тысяч открыть. Да иди чё. Сейчас, наверное, кошаки не будут нападать. И я просто буду исследовать дальше локацию. Удачи. Спасибо.
правильно сделал то, что я сразу же пошел налево, а не сюда. Это мне нужно было вагон кошек заебенить. MR.toaster. Что-то все мне это напоминает. Пока у нас подписан с тобой контракт, твоя душа, сердце и жопы мои. Извиняюсь, но жопа-то вам зачем? Нет, нихуя, кошки нападают. Заебись. Но они все равно, они ходят парой. Значит, предыдущий кошак, которого я захуярил, он не убивается. А, точнее, он не появляется. Опять такую даль ебашит, но уже, уже чуть-чуть покороче путь. Походу одновременно с двумя придется кошаками пиздиться. Блять, он меня грызет мозг. Гандон какой, а. То есть они тебя не только своими щупальцами стягают, они тебе еще и мозги съедают. Ну окей. Сейчас, по идее, ближайших задач двух кошаков заебень. А там посмотрим. А, по предположениям, эта локация должна еще дальше вести. Либо соединяться с чем-то. Где-то же костер должен быть. Сколько раз я бесплатно попадал из одной локации в другую, а тут именно надо, чтобы к костру быстрее бегать, именно бабки надо платить. Я думаю, это не так. Что за спекуляция? Это главное душу отжать обратно. Кошаки, значит, появляются, катятся кубарем, останавливаются и маленько тупят. Вот, в принципе, вот тебе и окно, когда его можно пиздануть. Две подачи надо для кошака. Может, три. Бить надо однажды. Потом они не респаунятся. MR.toaster. Кстати, может, тебе сейчас бесплатно можно дверь открыть, как-никак, часть корабля, часть команды. Логично. Если сдохну, я это попробую сделать. Но я, скорее всего, подох. Просто шансов реально на 50 на 50. Вон там души мои валяются. Сначала к ним. Ставки растут. Души надо забирать. Где кошки? Где-то тут. Я их слышу, но не вижу. Вон эти, бляди, две. Давай-ка мы вот тут постоим. Глядишь, может, она на самом деле в деревьях запутается. Главное, мне этого не сделать.
Так, вон у нее паника началась. Сейчас, походу, посрать захочет. Где они? Они типа самого... Нет. Они где-то тут. Во-во-во, иди-ка сюда. Во, норм. Раз. Два. Три. Четыре, блядь. Улетела. Обещала вернуться. Давай, раз. Два. Три. Четыре, ну где стамина? Блядь. За яйцом. 33 тысячи. Окей. Я выше могу подняться? Нихуя. Но они спокойно как-то вот отсюда прыгали. Нет. Идем между горчо. Большая душа. Угу, обрыв. Куда зашел? Вот туда. Точно, тут же старички-боровички гоняли. Вон там грибы ходят. Прикольные. Надо их ебнуть. Здорово, мужики. В лес за грибами пошел. Да стой ты. Ну стой ты. Ну стой ты, ну подожди ты. Ой, ебать, тут мега грибы подошли. Угу, заебатый гриб. Так, надо камеру отвязать, а то они мне сейчас в лесу грибы пизды дадут. Короче, мелкие, походу, заманивают тебя на крупных грибов. И грибы большие тебе дают все-таки в ебло. Да ёпта. Так, отвязываем камеру, меня грибы окружают. Мелким похуй, большие агрятся. Жесть какая. Кстати, у него жира дохуя. Медленный и тупой. За косарик-то, а? Че, поминать его пришли? А за этого полтишочек дает. Но они безобидные. Пойдем в лес по грибы, по ягоды. Ну-ка давай, иди сюда. Ты стоишь такой грустный. Блять, их даже с этот такой. Жалко пизди. Но придется. Он вообще не двигается. Он, видимо, очень грустный. Либо застрял. А есть тут растет, значит, подходит какая-то мудила. Золотая смола, нихуя. Это только четвертая золотая смола, которая за всю игру упала. А эта золотая смола хорошо выносит мобов. Опять. И попробую еще поймаю, они угарные. Здорово. Падает еще. На смортиков, кстати, похоже. Я себя гаргамелом чувствую. Обобрать сундук. Зачарованный уголь. Ну, это, видимо, для улучшения оружия. Давай дальше. За грибами пошли. Интересно, что будет, если все грибы убить? MR.Toaster. Молодых не бей, имей совесть. Чтобы другие выросли. Да, я думаю, стоит мне возле костра засесть, и все заново появятся.
Ну, это же выражение, растут как грибы. Вот их и дохуя. Скорее всего, я иду к боссу. Волку. Ну и по логике вещей, смею предположить, возле босса волка должен быть костер. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А тут кошак сидел? Или нет? Да нет, вы. Оббегаем, короче, дальше. Потом буду вот в эту вот ляпу все заходить. Пока нихуя. И грибы, кстати, пропали. Пацаны, вы где? О, там еще какая-то. А вот там, наверное, босс. Либо другая локация. Не так-то просто туда попасть. Тут надо падать. Тропа впереди. А сначала, короче, руины. Потом куда падаем. А это трупы грибов. Там большой застрял. Потом уже только туда, короче, падаем. И, скорее всего, там босс. А вот здесь тогда, предположительно, в руинах. Раб. Они еще визжат так немножко. Но они явно не дружелюбные, ребят. Потому что большие убивают, а маленькие просто убегают от тебя. Так, ну все, всю делянку грибов я, значит, выкосил. Можно супца грибного заеб... Ой, еще один. Даже два. Здорово. Чтобы убрать тело. Снова золотая смола. Нихуя с них смола сыпется. У кого типа оружие среднячок, можно вот этой смолой намазать клинок. И он хорошо очень сносит. На босса с такой смолой ходит, на босса. Мне прям тут фармить можно. Так, ну, все. Короче, сейчас здесь смотрим, что есть, и потом падаем вот на эту тропу. Два варианта. Либо там босс, либо продолжение локации. Угу. Нихуя. Вообще. Эй. И тут кошак. Да, это, короче, и был тот самый спуск на вторую половину, куда я и собирался идти. Костра нет. Вот это плохо. Сундук впереди. Пошли. И, естественно, возьмем. Полезно иногда вот такие записульки-то почитать. Каменный шлем, каменный доспех. Наручи полножа. А, ну давай шлем глянем. 35. Он весит дохуя. Кстати, самый такой сейчас актуальный шлем будет. Типа сильнее его у меня нет. Ну-ка. Я, кстати, в скорости вообще не просел, походу. Вот так. Ну-ка, давай вообще типа сет вообще оденем весь. килограмм, ну да, конечно, ёпта. Вот и все, вот и вся моя скорость.
На скорость как говно. Если только снимать алебарду. Но я ее не сниму. А, наручи. Давай посмотрим. Наручи 3,7. 10 килограмм. Ну вообще охуенно. Но они, блядь, и защита, конечно, я ебешь. MR.toaster. Зато непробиваемый. Я не могу по весу таскать. Шмотки-то заебатые, но вес не позволяет. А чтобы вес позволял, это надо типа выносливость качать. Это надо с самого начала тогда билд собирать на рыцаря, чтобы прям он был тяжелый. Тяжелые шмотки мог таскать. Это чисто танка лепить, короче говоря. Но у меня тут, видишь, не совсем танк получается. Он у меня в легких шмотках. Но лупит типа сильно. А у меня какая-то помесь Бобика со свиньей получилась. Кстати, можно было отсюда вообще не падать. Тут аккуратненько можно спускаться. Без дерьма на трусах. $35,000, кстати, на кону. Я думаю, это другая лока. Слезы впереди. Не сбежать печаль. Слезы впереди снова. Ну да, и если пизды сейчас получить и проебать 35 колов душ, то ебать можно расплакаться, кстати. Особенно впечатлительным людям. Что он делает? Допустим. Ну, это все очень похоже на арену. Уж больно большое чистое помещение. Пошли. Хули делать? Он меч здоровый. Куча мечей. Да, тут, скорее всего, волк здоровенный будет. Это невыносимо. Так пишут, когда будет типа сложный участок. Снова невыносимо. Волк, здрасте. Он еще и меч схватил. Ебанутый, что ли? MR.toaster. Волк с мечем — это, конечно, полет фантазии. Блять, два удара он мне сделал. И я улетел нахуй со своей фантазией. Надо сейчас дверь дернуть. 35 тысяч. Заперты при помощи устройства. Заебись, беги через всю локу. Нет, плати 30 колов. Охуенно, вообще молодцы. Чтобы волк тебе опять два раза стеганул нахуй своей этой залупой. Сейчас еще к нему тактику подбирать. Хуба ее придерживаться. MR.toaster. Ну как фантазии, наркомания чистой воды. Волк в зубах, здоровенный меч. Лучше не в шлеме, допустим. В принципе, если будут души,
если я смогу их забрать. Может, действительно, блин, тридцатник потратить, чтобы просто вот так вот все говно не оббегать. Жалко, что пиздец, конечно, вообще. Либо терпеть. Терпеть и бегать. Потому что, ну, по-любому с первого трая это волка не завалить. Надо еще будет побегать, посмотреть, что к чему. Принюхаться, так сказать, к ним. Смотреть, как он действует. Как уклоняться. Такие пидоры вообще, ну, блядь, ну как? Ну что это? Ну серьезно, хуярить просто через всю локу, чтобы два раза тебя волк сиганул нахуй, мечом этим своим. Попробую сейчас действительно душу забрать и вернуться все-таки. Открыть шоткар, блядь, за 30 тысяч. Но, возможно. Убив этого волка, дверь сама откроется. 30 тысяч можно сэкономить. Ну плюс за волка еще сколько-то дадут. Допустим, 20. Ну, обычно как за ботов давали, там не очень сложные, 10 косарей. За каких-то вообще 40 прилетают. Мр.тостер. Прям представляю, как они его придусывали. А давайте сделаем волка босса мага с большим мечом и медзаки такой. О да, топовый гейм. Да, как это, боссы без меча? Потом там, не знаю, лягушка, блядь, с этим, с нунчаками. Чё, нет, похуй, пойдет. В принципе, волчара у нас, он дважды у меня ударил, и я отъехал. По сути, какие бы у тебя не были охуенные доспехи, он тебя заебашит. Можно вообще нахуй догола раздеться, схватить алебарду в две руки. Где там быстрый спуск? Куда идти-то? Ага, вот так. Мр.тостер. Или так. Или они делали все на отъебись. Я не знаю. За мной хоть никто не крадется. На, души там прям на арене. Доебись. Я с арены не могу выйти, короче, пока. То есть я сейчас могу просто, но я скорее всего проебу 35 душ. 35 тысяч. Охуенно, чё. Не вижу смысла все это одевать. Ну, разве что щит попробовать. Скорее всего, не поможет. У меня хотя бы маневренность побольше. Я не перегружен. Давай, наверное, перекурчик, да, и потом пойдем волка юзать. Глядишь, может быть, мне охуенно повезет его хотя бы разок ударить, чтобы посмотреть, сколько я с одной подачи ему сношу. Вот так. Давай, короче, перекур. Я подойду. We'll be right back.
Ну, поехали. Первым делом надо долететь туда, на мужика, короче, и забрать душ. Все потом остальное. Где душа? Блять, он прям сразу улетит. Да ты серьезно? Давай, 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 бегом. Бегом, блять. Он за мной бежит. Есть. Душу спас. Отхил. Сука. Нихуя, он жирный. Я подох. Лекса ТР. Пёсу то не жалко. Этот пёсель, блядь, сшибает ёбаную тьму. Он, кстати, жирный. У него здоровье очень дохуя. Печалька. Вот я с ним надолго подзавис. Он еще и прыгает, блядь, в разные стороны на тебя. Три удара, короче, ты покойник. Колокола где-то на заднем фоне бьют. Кому-то рядом били рыло, а заодно в колокола. Да, блин. Давай еще пробовать, что делать. Сейчас попробую щит использовать. Может, хоть как-то поможет. Дело, что души свои не выковырять. Типа они не появляются возле двери. Лекса ТР. Самый добрый босс в игре после присылы. Пытается всех защитить от кольца, чтобы никто не попал в безду, охраняя могилу своего хозяина. Он охраняет кольцо от Ториоса, да? Которое стоит 30 косарей. Я правильно понимаю? Надеюсь, YouTube мне не предъявит за обнаженку на экране. А то тут он свой курагой трясет, блядь. Он хотя бы маневренный. Чуть-чуть побольше у меня шансов. Ну, расклад тот же, короче. Забегаем, забираем души. Потом пытаемся отвесить пизды волку. Теперь они должны быть с правой стороны. Так, вот сюда.
Если бы души появились возле двери, я бы, не раздумывая, пошел бы это кольцо странное купил, чтобы просто не носиться туда-сюда. Это очень много времени занимает. Давай, отхил. Попробуем сейчас щит заюзать. Гнидопишевая. Обычные собаки на пиво алибарды, что за человек? Точнее, что за нежить ты этакая? Блять. Я даже защиту не успел поставить просто. Ну и долго мне мотаться туда-сюда. В принципе-то у него два удара. Он раз проводит, второй раз проводит. Если угадать хорошо с замахом, то можно типа кувыркаясь уходить от этой подачи. Но тогда мне к нему не подойти. У меня-то явно не такой замах, как у него. У него там меч, наверное, блядь, размером с этого волка. Чё попёрся туда, блядь, с полным комплектом душ? Надо было... Не открывать там дверь. Пойти ключ себе взять, а потом только, блядь, пытаться его замочить. Затупил. Теперь бегай, блядь, туда-сюда. Душу выковыривай. Спидран, хули. MR.toaster. Я думаю, что надо при его ударах уворкаться, а потом стараться убить. Да. Да, это так. У меня стамины примерно на 2 кувырка. Сейчас проверю, конечно. За жопу ему зайти будет не вариант. Он шустрый, он прыгает вверх и, как правило, оказывается у тебя за жопой. Скорее всего, да, самая адекватная тактика — это кувыркаясь от него уходить. Но жира у него, конечно, пиздец. Я один раз двуручкой пизданул. Надеюсь, попал я как следует. Он у него просто 400. Пищулечка такая маленькая отпала. То есть это говорит о том, что бодаться мы будем с ним очень долго. Печалька. Короче, сейчас опять забегаю и беру души, потом пробую еще раз поставить щит. Уркнулся, вроде помогло. Не проверил, конечно, сколько у меня
стамины улетает. Половина стамины у меня улетает на кувырок. Блять, но он же задевает. Он теперь еще и по кругу бить умеет. Четенько. Побежали заново. Раз, два, три, четыре, где-то... Раз 15 мне надо его пиздануть. Я опять забыл поставить щит попробовать. С кувырками самая такая эффективная тема. Я хотя бы пожить. Тостер. Нет. А выйти можно с арены? Нельзя. В этом и заключается прикол. То, что я не могу души свои забрать и вернуться, чтобы короткий путь открыть. Типа ты зашел, арена закрылась, пока не ёбнешь, не выходишь. Мне кажется, если он мне сейчас по щиту долбанет, он, скорее всего, этот щит пробьет, плюс еще мне и здоровье снимет. Обычно с таких подач серьезных такое происходит. Там тоже не очень-то короткий путь. Получается, я только две атаки у него посмотрел. Когда он раз проводит, второй проводит. Потом круговая какая-то атака у него. Это номер два. По-любому будут еще какие-то другие. Обычно у боссов 2-3 атаки, не больше. Бежим и юзаем щит. Где души? Угу. Блять. Давай. Не достал.
Ну давай, давай, давай. Угу. Добивает. Я только достал плягу откуда-то из значка, и он тут же меня... Ну, я два раза ему ударю. Это просто охуенно. Плягу достаешь, он тебя второй раз бьет, и ты покойник. Но у тебя на этот момент на доставание в пляге есть как раз его прыжок назад. Это можно, в принципе, биться с ним прямо возле двери. Типа, волк не любит находиться возле стенок. Он от стенок отпрыгивает. Я попробую. Суетливый он какой-то. То к тебе прыгает, то от тебя, то прямо на тебя. MR.тостер. Да бегает эти деревья, зачем постоянно их бьешь? Они бегут за тобой, и у них очень длинная подача. Они могут догнать тебя где-нибудь вот здесь, ёбнуть в спину, когда у тебя стамина кончится. Да и чё там, блин, 2 секунды. Ёбнуть по нему разок. Я вот не помню, успел я тогда щит поставить, я что-то так толком и не проверил. Наверное, нет. Наверное, щит тут бесполезен тоже. Ну, типа, вместо половины здоровья он тебя просто четверть, допустим, снесет. Но если ты успеешь этот щит еще поставить. Так что, наверное, надо этот щит снимать нахер. Алебарду в две руки, полностью голым, кувыркаться и лупить ему по ногам. И надеяться на лучший исход. MR.тостер. Секунда тут, секунда там, вот так вры просирают. И щит ты не поставил. Не поставил? Ну давай еще раз со щитом попробуем. Глядишь, может быть, что-то он и дает. Буду возле выхода тусоваться, короче, чтобы хотя бы там, если что, души респаунились, ну, сохранялись, находились там, возле входа. А не бежать, чтобы до конца этой арены. Ну, видишь, как он? Да. Щит помогает. Вторым ударом он тебе сшибает весь щит. Вот и пизда душ. Можно не париться. Пока юзал щит, он меня захуярил. Т.
35 тысяч душ улетели в пизду. Сейчас нахуй снимаю щит, короче, этот. Чисто на уклонение попробую. МР. Тостер. Сука. Угу. Видишь, что эти растения ебаные делают еще? Ну, косяк в том, что я ломанулся открывать двери к боссу. С тридцатником душ, блядь, не купив этот ключ ебаный. Я думал, типа, хочешь покупай, хочешь не покупай. И тут оказывается, это типа обязательная штука. Короче, получается, один удар только я могу выдержать этим щитом. Вторым ударом он тебя просто выебывает всю станину до конца и сносит пол здоровья. Да беги ты, блядь, утырок. Все это дело попахивает фармом 30 косарей после стрима. Бабки и так просрал, так что. Ну, бабки, душ. Очень сильно стамина не хватает, конечно. Пиндык. Если бы была бы здоровенная полоска, то я бы, может быть, и две подачи его бы выдержал на щит, а третий, типа, третьим ударом ты лупишь его куда-нибудь. А он куда забирается? О, ну копчина ебаная, подошел, блядь. Стреляем. Стреляем еще. Давай, прыгай сюда. Я его в текстурах поймал. Ну и стоило это, блядь, тридцатник терять. Вон это кольцо от Ориенса, блядь, за 30 косарей душ. Душа Сипа, человечность, косточка возвращения. Вся хуйня. Вся хуйня со мной. 40 тысяч за этого пидора дали.
Ёбки. Надо хоть одеться. Бегаю с сухими мудями, трясу. Да. Ну что, типа, мне назад надо возвращаться, короткий путь открывать? Зачем? Нахуя как? Кольцо шершня. Так, давай смотрим, два кольца, что они позволяют путешествовать по бездне. Так, типа, в воду лезть можно? Я пока не знаю. Так, и с шершнем, что это за кольцо? Усиливают критические атаки. Так-то неплохо. Ну-ка, а если мы вот так вот сделаем? Снимаем кольцо Хавла. Физурон поднимаем. Но он медленный. Он медленный, но можно типа с голыми яйцами бегать. Когда у меня крит и физурон выше. Получилось. Идите вы нахуй. Мне душу жалко. Мог бы качнуться уже. Ну туда, тут стопудово тупик. Угу. Что значит путешествовать по бездне? Это имеется в виду то, что в воду я могу залезать? Или... MR.toaster. Кольцо, мне кажется, для билда так оно не нужно. Не знаю. Ну, короче, волчара, это у нас получается тупиковая локация. Если локация тупиковая, значит, либо туда в ад надо ломиться, пяточки греть свои голые, либо, там грибы гуляют. Что у нас тут еще? Куда можно сходить? Только по идее к этим драконам. Либо в бездну. Ну, вот в эту залупку. Либо это здорово. Где, блядь, тут проход? Ага, вот тут. Тут грибов не было, но он что-то заблутал. Походу. Надо какого-нибудь моба хотя бы встретить, посмотреть, как у меня тут эти кольца работают. Так, если ты идешь вниз, а точнее вот туда, бла-бла-бла, здесь ты тоже поднимаешься, там тупики. Ну сейчас либо в ад херачить, там где я здоровенного такого огнедышащего демона залупил, либо драконом, виверном это, синим. А еще есть проход, там где мост такой, там что-то про привидение писалось, можно типа туда ломануться. Почему, блядь, быстрый спуск у меня не работает? Какие надо кнопки, сука, удерживать, чтобы он быстро начал спускаться? Кувырок нихуя, двойное нажатие не работает. Я не думаю, что вот именно эта функция должна в настройках включаться.
Короче, для начала... Тихо. Аккуратно. До свидания. Ну, такое себе, кстати, эти пользы. Всевластие, блядь. Чуть-чуть я успел. Давай. Сейчас мне эти пинг-понги как бы здесь не положили. Давай, лупи его. Пойдет. Либо напяливать это кольцо и прыгать вниз. Просто в воду на шару, я не знаю. До начала нужно 40 тысяч душ пристроить. Я вот что думал. А, кстати, и дверь, которая возможно, использовав кольцо, открыть. Если кольцо останется на месте, то по логике вещей, типа, я могу им всегда пользоваться. Позволяет вот только ли оно нырять под воду? Может, там, где гидра тусовалась, еще там, подводная локация. Хуй знает. Это надо гуглить. Все равно, я думаю, есть какая-то определенная последовательность локаций. Еще, возможно, это кольцо, напялив там, где мост обрывается, где меня горгульи там всякие таскают. Откуда я начинал сегодняшний стрим. Но, возможно, как бы это кольцо напялить надо и просто сигануть вниз. Так-то место вообще до хрена. Откуда можно упасть, использовав это кольцо? Гуляя по бездне. Это, вроде, конечно, о многом говорит. Ну давай. Закрыто при помощи устройства. Угу. Это не то кольцо. Что для этого надо, я не знаю. Чуть-чуть поднимем все здоровья. Кстати, надо шарики, я думаю, эти вот души похлопать, которые у меня насобирались. Глядишь, может, еще левел качнем. Используем душу. Сколько? 5000. Можем. Кстати, не густо что-то у меня. 16000. Ну, норм, как раз еще на прокачечку-то хватит. Здоровье поднимаю, что. Потому что ловкость что-то вообще там просто... по миллиметрикам растет. Не вижу смысла прям жестко ее поднимать. Заперто при помощи устройства. Ну-ка, если я, допустим, прямо сейчас, прямо здесь, вот это вот кольцо напердолю на палец. Тогда... Нет, это не так работает. Че за кольцо-то, блять, а? И нахуй мне его дали. Тоже кошачье кольцо. Лет дохуя, а как ими пользоваться, что-то я вообще не врубаю. Ну, допустим. Это надо проверить. Сейчас спускаюсь опять вниз. Попробую с этим кольцом
сигануть прямо в воду. Там, где у нас гидра тусовалась. Если это не сработает, значит, надо дальше что-то думать. Либо просто идти в другую локацию, как бы это кольцо просто, ну, блядь, для чего-то там. Может быть, чтоб ты себя лучше чувствовал. А так бы, если тот тридцатник бы не просрал, уже бы 3 левела по здоровью поднял. Чаль. Так, драконы у нас тут ниже идут. Короче, проверяем теорию с кольцом. Если что, ну тупо можно вот к драконам ебашить. Потом уже по аду бегать. Ну что-то мне сдается, это все фейк на. Нахуй ты, иди. Там еще второй крадется. Духа не был, зачем это кольцо? Вообще. Ой, бля, пошли души возвращать, короче, к этим драконам. По идее, последние две локации осталось, которые я еще типа не осмотрел. Это там в аду. После того, как лава отступила. MR.toaster. И зачем тебе шмот, кроме алебарды? Так вот и я о чем. Я только недавно об этом подумал. Он все равно ничего не защищает. Любой моб, который пробивает тебе щит, он пробивает тебе и здоровье. Просто если он тебе отнимет на пол сантиметра меньше или больше, как бы вообще никакую нахуй роли не играет. Так что я больше, да, с сегодняшнего дня я больше склоняюсь бегать тут голышом. Шмотки только замедляет. Нихера они не защищают, как бы. Здоровье без одежды не падает, так что чё бы их, чё бы и да. Куда же тогда это кольцо бездны ебаное, Ториса вот этого, вот шпандорит. Антонов, привет. Ну как здорово. Тебе качество ремастера? Я в оригинал-то не играл. Ну так-то он работает, чё. Текстурки, вся хурма. В принципе, мало что они изменили, я так понял. В ремастере. Но, возможно, они тут поменяли расположение предметов. Некоторых. Это фанатам виднее.
Че, они заменили? Блять, этот кустак запутался. Подов. MR.dost. Не, ну а че, все, проветривайся. Смайлик. Да, чтобы у рога, короче говоря, свисающая не прела, надо голышом бегать. Тостер, если не сложно, загугли, нахрена, тихо, нахрена это кольцо Аториаса, чтобы я просто по локации не носился в поисках не знамо чего. Кольцо Арториаса. Смотри. Позволяет путешествовать по бездне. По какой нахуй бездне? Что они требуют от меня, я не понимаю. Вот так вот сломя голову, просто бегать по локациям и пробовать куда-то это кольцо присунуть вообще бесполезно. Тихо, тихо, тихо. Останавливаем. Короче, если сюда от кольца прыгнуть в бездну, ну вот в эту вот воду, то нихуя не помогает. Хоть помылся, ёпта. Пошли, короче, к драконам. Не знаю, в какой последовательности эту локацию надо зачищать. Если уж сильно пизду будут отваливать, то можно потом туда сходить. Так, это у нас получается, надо отсюда бежать еще ниже. Угу. Отсюда топим ниже. Там я уже самого большого дракона захерачил. Осталось мелкие. Мелкие у нас сильно лупят молнией. Идеи щитов молнии у меня нет. Как бы есть, но они примерно все одинаково защищают. Давай. Вот тут вот сохраняемся. Костер я тут не возжигал, что жалко. Ну ничего. У меня просто человечности немного. Там всего пятеро где-то плавает. Блять, я забыл про этот лифт. Шикарно. И он начал подниматься. И ты так, а ты лучший. Я хочу от тебя детей. Гандон, блядь. Ну ладно. В принципе, я ничего не потерял. Душ, вот они. MR.toaster. Для битвы с четырех королями нужно. MR.toaster. Плюс для прыжка в бездну. Блять, какую бездну? Где эта бездна нужна? Ну, где она находится просто, эта бездна? Я понял. На описании кольца так и написано, чтобы путешествовать по бездне. Но, блять, где она? Где эта бездна? Долина дракона. Там ты выходишь в город для нежити. Ну вот этот, короче, чесотошных. Город по чесотошных. Но вот здесь я еще не был. Что у нас тут есть? Угу. Давай. Эту обезьяну выманиваем. Надо 4 таких вот замочить подряд. Давай, давай, давай. Так, в принципе. Не шибко они. Буйные. Оп. Главное с хорошего ракурса к ней подойти. И потихоньку напихивать. Ну давай, разок ты. Ну ёбнуть, конечно. MR.toaster. Чтобы попасть в бездну и не убиться о каменные ступени,
Необходимо дойти до самого конца винтовой лестницы и спрыгнуть оттуда. Не забудьте надеть кольцо. Или спрыгнуть с выступа прямо после стены. Какая винтовая лестница? Тут их куча вообще, этих лестниц. MR.Toaster. Тумана в центральную яму. С выступа прямо после стены тумана в центральную яму. Я, походу, такого пока еще не встречал. Тут почти в каждой локации есть винтовая лестница. С них прыгать нельзя. Я пока хуй знает, где эта лестница. Давай разъебем дракошек. На них хотели спавниться. Так, цыпа, 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 цыпа. Антонов, походу, скоро попадется. Я не знаю. Может, это в конце? Но если какой-то пиздеж заходит насчет королей, четырех причем, то я вообще не исключаю то, что это будет в самом-самом конце. Так, ну зверушку-то мы сагрили. Да ёб твою мать, ну и нахуй ты уходишь. Угу, на исходную. 3-4 закончили упражнение. Иди сюда. Чучело, блядь, синее. Ну ты идешь? Во, блин. Давай, давай, давай. Может, тут ее разъебать? А вот так вот она дохуя сносит. Очень неудобно с ними на мостах биться. Надо более широкая, блядь, площадка. Я не знаю, на мужика пролететь, наверное, тоже. Капюшон разбийника. Штаны разбийника. Паучий щит. Ну, давай посмотрим, что это. Где этот разбийник? Странника, вора, вот, капюшон разбойника. Ну, он, короче, легкий, но и вообще по статам ни о чем. Да и щит, наверное, говно. Давай, иди сюда. Я ее в щит поймал. Даже вроде поднапил, но и маленькая. Да ничего вроде. Косарь до них дает. Охуеть. А вот это вот так заебень. Иди сюда. Только не уходи далеко. Вот еще эти птицы суицидники. Они могут в пропасть падать и умирать. Ну, я даже четвертый раз ее зацепил. Бам, бам. Как-то все. Записулька. Кольцо впереди. Я, блядь, какие-то я не знаю, это братство кольца, что ли, или что? Я какие-то кольца собираю. А куда их надевать-то? У меня столько пальцев нет. Может быть, на пальцах ноги надо их носить? Раз они у меня голенькие. Да, и заебись, эта дверь, конечно, открылась. Ее надо как-то по скрипту открывать. Каким-то большим мужиком. А я думал, тут пройти можно. А я думал то, что, блядь, мы сейчас как дадим пизды мегадракону. О, лестница. А там нету больше лестниц? Нет. Ну, пошли наверх. Блядь, опять мега-лестница. Хита так, я думаю, у него какая-то фобия на лестнице. Точнее, не фобия, а вот именно... MR.Toaster. Там лестница сбоку. Он очень любил лестницы, когда...
Кольцо с красным камнем. И чего? Опять кольцо. С красным камнем. Усиливает атаку, когда мало здоровья. Тихо, тихо, тихо. А если бы можно было три кольца носить, то было бы здорово. Угу. Вот эта вот круглая залупа, она как раз и держит, короче, у нас эту лестницу. Как замки-то открыть? Если бы он был Кратосом, он бы по-любому, втыкая мечи, мог бы перемещаться по этой стене. Судя по фактуре. Блять, не Кратос, он просто курага. Ладно. Короче, сюда не пройти. Это максимум только спускаться в ад. Других ходов я не вижу. Их просто нет. Как раз примерно вот сейчас до конца стрима, до ада я и успею добежать. С этим драконом, блин. Вот как с ним биться на такой тоненькой тропинке? Пусть он живет, короче. Значит, эти большие ворота, они, короче говоря, открываются по какому-то, после какой-то катсцены. Ну, как у меня в крепость Сена. Открыли эту заслонку там, где Чиполлино сидел. Значит, тут должно быть то же самое. Больше путей, блять, я не знаю, никаких нету. Там у нас баба сидит. Точнее, не баба. Это просто подъем наверх. Два пути. Два пути есть. Там, где призраки. И вот здесь. Давай, наверное, в ад пока не будем спускаться. Или да. Я с призраками просто еще не этот... Не бился. Не знаю, как они себя поведут. Так, нужно кольцо, которое повышает сопротивление яда. Это у нас защиту от физического урона. А че я таскаю? Ах, оно мне сралось. От огня, ядом. Надо крит шанс найти. Ну, открыто. Критические атаки. Пойдет. Как сраный веник, блядь, между этими локациями носишься. У меня, кстати, ботинки не скрипят, я могу людей убивать потихоньку. Остался. Хуяк вот так. Хуяк. Блядь, ему еще одну подачи не хватило. Устанавливаем стамину. Вот так. Снова снег говно фармится, да? Говно же. Где? А, навозный пирог. Навозный, блядь, пирог. Вы серьезно? Почему не написать просто говно? Ну так же элементарнее. Что за пирог? Кто печет пироги из говна? Наверное, это любимая пища была Хидетаки. Мама, спеки мне пирожок из говна. Она такая, бля, сынок, бегу.
кстати, туда, да, совсем недалеко. Ну, относительно. О, вон там где-то. Да, вон. Так, отсюда, сюда. Да, блядь, нахуй мне твой комар. MR.Toast. Какие пироги, такие игры. Смотри. Какой кидытака, такие пироги. Любил он говно жрать, но что поделать? Кто так лизмы любит, допустим? Он говно ест. Говна обожрется своего. Потом игры лепит. Типа секиру, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ебучий комар. Я чуть не ебнулся с него. Он прям под тобой вылезает из-под текстур, нахуй. Камера на него агрится. Тебе его через текстуры не ёбнуть. И камера как ёбнутая себя ведет. Ты не хочешь спуститься пониже, а? Блять. Уёбский комар, нахуй. Самые, наверное, ёбнутые вот эти вот комары, блять, это вот. Самые ёбнутые мобы в локации — это вот комары. Они мелкие, с них нихуя не падает. Но противный пиздец. Сейчас побежим по травящему болоту. Босиком. Да хер тебе врыл, блядь. Опять бью в стену. Все. Ну ко мне прилип. Мне надо в самый низ спуститься. Там, где люди и улитки тусуются, для которых пока еще не знаю, как убивать. Ай-яй, блядь. Хули там отравление, уже поздно меня отравить, я умер в полете. Надо было с прыжком туда падать. Сейчас эти псины синие там на месте. Ну ладно, в принципе, так похоже. На кону 13 тысяч. Надо спуститься, короче говоря, аккуратненько, не деформируясь, блядь. MR.Toast. Это было Это было, блядь, эпично. Это было очень эпично. Хотя подожди, я же в этой пещере зажигал костер. А нет, нихуя я там не зажигал. Просто в такую даль пиздуешь, чтобы один раз ёбнуться, просто потому что ты не попал, блядь, в эту крутящуюся залупу. Теряешь 30 тысяч душ просто потому, что ты, блядь, не знаешь, как биться с боссом. Не понять нам гения, походу. Гения игродела. Там, по идее, до кострата вообще понты, кстати, бежать. Там он находится буквально, вот ты спускаешься с этой вот, с этого колеса. И все, ты просто бежишь, блядь, через вот эту лужу
получая отравление, ну там на пригорок один поднялся на пригорок, и как бы все. Наверное, пошли они нахуй, да? Я вот что думаю. Пусть себе бегают, хуегают. Ай-яй-яй, у меня стамина кончилась. Лопим. Хотя, по идее, мои души должны сейчас, по идее, оказаться возле этого колеса еще до прыжка. Они, по идее, не должны быть внизу. Как правило, такое случается. Лестница вон там. Похуй на этих комаров. Кому надо, прилетит. Там кто-то подох. Из него что-то выпало. Походу, да, души. Души мои валяются, короче говоря, прям возле колеса. Блять. Комары атакуют. Давай, быстрее. Ну, нахуй ты на него смотришь-то. Навозный пирог. Кто-то, короче, за мной бежал и подох. Скорее всего, жирный за мной бежал. Догнать не успел и героически умер. Да, мне еще ниже, да? Да. Вон душа. Че они тут оказались? Ладно. Без лишних вопросов. Это так должно быть. О, я вспомнил, как сюда ну, как сюда добираться. Теперь вот отсюда сюда прыгаем. Да-да. В принципе, хуй с этой критической атакой. Можно кольцо баланса вот этого одеть, чтобы по воде быстро ебашить. Попробую здесь вот с этой тёлкой пиромантом потрещать. А, все равно отравление. А, это ты? Я ждал тебя. Приступим к чему? Угу. 8000 душ за огненную сферу. Я не знаю, как эту магию пользоваться. Она больше ничего не продает. Пиромантия — искусство признания управления огнем. Но запомни одно: бойся пламени, иначе оно пожрет тебя и испепелит твою душу. Мне хотелось бы увидеть это еще раз. Пошла ты нахуй. Терпение, говорит, не занимать. Топим мимо этих ребят. За каждого я вот не помню, по 500, по-моему, дают. Не густо, конечно, но можно их полупить, пофармить, типа. Так, вот они, улитки. Сейчас я вкепаю. Бегает только, травится. Он стоит что-то, блядь, там молится. Опухший весь. Сейчас будем, наверное, с этими со здоровенными драконами биться. Ну, хотя бы, короче, я сохранюсь. Просто попробую. Потому что, типа, надо стрим уже заканчивать. Смотрю, что за мобы такие. Побудование непросты. И максимум только вот один путь остается через этот, как вам. Как это пижня-то называется? Тут еще костер есть.
этот монстр с привидениями там драться. По-моему, привидения самые противные такие мобы тоже. Ну, одни из противных. По идее, никаких охуенных мобов нет. Только самые первые. Руины демонов. Давай. Можно даже подчинякаться, да, чуть-чуть? Нихуй-то, конечно, я был ушатан. Вот, короче говоря, замочил я этого демона тут, поэтому пошли вниз. Вон там, где вот эта вот вся пиздобратья стоит. По логике вещей, типа, надо их поодиночке приманивать и давать им пиздюлей. Эту толпу мне явно не вывести. Может быть, достаточно их, типа, разок ебануть, и они больше не появляются. Будет херово, если они респавнятся. Так. Большая, походу, локация. Пошли возьмем душу. Чё она лежит? Слушай, пятки не жгут, не жрет вообще. Ему похуй. Закаленный. Он, походу, родился в Зимбабве. О. Давай ты будешь. Ты будешь мой первый. Отлично. Злой, конечно, но. Но не жирный. Я думаю, на пиздобрать идти или попробовать тут все обойти. Давай как-то обойдем. Костер мне тут не особо нужен. Может быть, туда вниз, прям в самый нужный. Ну тут прямо вот я смотрю, руины, руины, локация длинная. Может, там 15 тысяч боссов еще есть. Угу. Нихуя их тут. Ctrl-C, Ctrl-V, да? И да так, блядь. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, шестой еще где-то за колоннами. Пиздец, тут мова стоит. Че, ебанутая, да? Ну-ка, иди сюда. Не хочет. Чаль. Пойдем, Агрид. Вот. Давай, 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 давай. Что я требовалось доказать? Надо 14 тысяч душ сначала достать, а потом попробовать, да? Хватит греться у костра. Вот так тепло. Попробовать в ту сторону сходить, на пролом просто пробежать. Потому что там, где вот эти вот фавны стоят, я не знаю. Надо вообще, типа, тактически как-то действовать по-другому. Один-то просто на узком пространстве дает тебе пизды. Кстати, он вон там стоит. А они, короче, респавнятся. Родос. А поменьше мобов нельзя было делать. Тут, походу, какие-то так обсиханул, короче. Показал, как он умеет. Ctrl-V, Ctrl-C. Огонь, блядь. Нет, блядь, не огонь. Как будто не видно. У меня всего 5 фляжек, кстати. Максимально. Давай. Догоняет, смотри. Ну.
MR.Toaster. Мне кажется, если в них с лука шмалять, они затупят и побегут и в пропасть. Нет, тут мобы падут в пропасть, если только очень сильно заглючат. Они же не совсем болванчики такие. Они конкретно имеют таргеты на тебя, как бы. Ты мобы стреляешь, он несется в твою сторону, а не куда, а не так, чтобы выпилиться самостоятельно. Пропасть тут для того, чтобы тебе было некуда уворачиваться от этого, блять, фавна ебаного. Вот, вот в чем загвоздка. Но если ты выходишь на большую площадь, на тебя вот эта вот вся толпа бежит. Ну, либо, по крайней мере, двое. Вот в чем подстава от Хидетаки. Кстати, он, по-моему, согрелся. Нет, он дернулся просто и стоит тупит. Чисто для любопытства сбегать вот надо к этим. Что это за драконы, посмотри. Я думаю, если я наступлю в лаву, то я сразу подохну. Ну, либо как минимум половину здоровья. Давай вот так обойдем. Попробуем сейчас хотя бы одного сагрить с лука. Посмотрим, что будет делать. Просто посмотреть, что за атаки у него. Потому что вот эти вот рогатые клоуны, что-то злющие вообще. Они сносят дохуя. Вот эти вроде как выглядят медлительными. Здрасте. Тихо, тихо, я же его не вижу. Два удара. Он мне чуть-чуть оставил хп на закусочку. Мне два удара ему достаточно нанести, чтобы он отъехал. Ну, три. Надеюсь, они не респавнятся. Бой по очереди. Спасибо, Кэп. Нет, блять, я туда, в центр залечу и буду всех разъебывать. Сколько их тут? Один одного замочил. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь мобов подряд. Отлично. И мне что кажется, то, что как бы тут просто тупик. По головам сейчас надо пересчитать их. Появляются ли они заново? У меня типа есть около 7 минут. Походу заново они появляются. Я не знаю, либо я должен просто какой-то, блядь, энергией дау обладать, чтобы просто вот так вот пачками мобы с помощью одного взмаха рукава там выносить, и чтобы продираться через такую толпу. Так, сейчас посчитаем, сколько их. Может быть, мне просто рано типа сюда. MR.Toaster. Залетишь в центр и скажешь: вы слабые демоны, а я сильная курага, и как ударишься об их дубины головой со всей силы. И нос разобьет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Человек шесть. Ладно, давай. Давай вот этого. Даже можно вот так попробовать. Они не сложные, они медленные. Я также с рыцарями фармил душу.
Как бы не вопрос. Главное, чтобы они заново не появлялись. Иди сюда. Ну, давай, смелей. Чё остановился-то? Такой гандон. Давай, давай, ты ж хотел. Подождем. Понятно какая. Кого? Кто следующий? Давай, вот ты пойдешь. Взял, отвернулся. Эй, чувак, я тут. Ну. О, еп. Здрасте. Два. Это будет интересно. Я всю толпу поднял. Охуенно. Ебашим, блядь. Ну, на что я надеялся? Это было познавательно. Сейчас душу заберем на сохранение и будем выходить. Короче, так они и валятся. Но они, кстати, не появляются, их стало меньше. Да, их четверо. Было 7, по-моему. Так что есть резон, короче, на следующем стриме их завалить. И потом дальше там все смотреть. Но мне кажется, там просто тупик, максимум что-то валяется. Типа там кольцо, блядь, какой-нибудь там мега шлем, который, блядь, только замедлит тебя и все. Не думаю, что прям что-то будет крутое. Потом можно типа слинять на рогатых. Попробовать еще раз. Не знаю. Оружие как бы у меня заточено почти на максимум. Если я себе еще плюс 50 на удар один добавлю. Ну там, или допустим, даже хоть на сотку. Вместо трех ударов я этого фавна буду вышибать, допустим, с двух. Все равно их слишком дохера на одной, на одном квадратном метре. Как-то с помощью магии их выжигать, это тоже вряд ли. Не знаю. Может, действительно надо к привидениям сначала идти. Ладно, пока так. В принципе, сегодня плодотворно так. Парочку боссов-то точно завалили. Ведь у него нога дергается. Он мне, походу, он нервостенник. Он ножкой трусит. Ладно. Будем заканчивать стрим. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи.